Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1485. События дня. Откровение 1.17.18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 5 января 2020 года. Ну и наше объявление, обращение. Чтобы помогли купить комбайн. 4 ролика. Как хозяйство идет у него. Это переписывается в нашем содружестве, так называемом чате. Вот это за воскресный день отсчет. Я встал рано, в первом часу. Даже еще первого часа не было. А встаем уже все вместе в 4.40. Столько времени. Ну, пришлось после уже сделал. Все еще там час был, прилег. В 4.40. Общий подъем у всех. А потом богослужение. Батюшка был, отец Аким. Литургия была, причастники были. Мы все засняли, но причастие не заснимали. Потом собрание было. Молебен перед этим был, благодарность за прошлый год, что Бог хранил нас так. Ну, что сказать. Собрание прошло живо. Батюшка, как всегда, поехал причащать кого где. Потом здесь был обед, завтрак, трапеза и занятия. В этот день занятия были подольше, может даже
А потом в 4 часа мы с несколько человек в чат-рулетку зашли. Потом встретились, чат были. А уже с 6 часов вечера занятия были по скайпу. Ну, вот так день-то и прошел. Еще больше такого у нас и нету. Чтобы, ну, было человеку интересно увидеть, узнать. Все, пока.